Он верно служил своей стране. Америка гордится им. Я знаю, Корвелл был бы рад, если вы займете его место в качестве командующего союзных сил. Генерал, вы должны вести нас остаток пути. Следующая остановка — Кремль. Спецагент Таня должна войти в Кремль, чтобы найти Романова. Он заплатит за миллионы унесенных невинных жизней. Помните, сейчас соотношение сил 3:1. Мы приведем всех, кого сможем, в хроносфере на Кис. Когда они появятся в России, они будут в полном вашем распоряжении. Возьмите Кремль, командующий, и положите конец этой войне. Всем привет, с вами Алексей Крэзилайф. Вот мы и добрались до последней миссии в Red Alert 2. До последней миссии компании за США, конечно. Итак, нам нужно зачистить плацдарм для нашей базы, и сейчас мы это успешно сделаем. Обесточиваем электростанцию, точнее, обезоруживаем ее. Как можно, правда, электростанцию обезоружить? Да, она и так без оружия. А вот не знаю, как-то так. Уничтожаем вышки. Командующий, хрон-войска на месте, докладывает, что все чисто, они готовы получить ваши MCV. Давайте все эти вышки уничтожим. МСВ-шка готова, нужно побыстрее ее разложить. Новые опции. Заказываем электростанцию. Новые цели. Сейчас мы эти вышки снесем. Я, правда, не знаю, активируются они или нет, но немножко они меня напрягают, то, что здесь находится. Вдруг в любой момент включится. Захватим вот эти здания, нефтяные вышки. Завершено. Отправляйся сюда. Новые опции. Сейчас главное не втыкать, ребят, по-быстрому развиваться, потому что противник не дремлет. Захвачено. И очень быстро начнет атаку. Построим здание по харвестерам, потом построим казармы, закажем побольше пехоты, потому что здесь вокруг нашей базы будет очень много обычных зданий, куда можно засадить пехоту и, собственно, обеспечить небольшую безопасность для нашей базы. Давайте шустрее. Давайте, что ж такие медленные. В эти бункера тоже можно посадить пехоту, но сделаем это чуть позже. Строительство завершено. Так, отлично. Новые опции строительства. Заказываем казармы. Строит. Так, у нас получается, это здание мы захватили. Здесь еще два здания нужно захватить. Еще две нефтяные вышки. Завершено. Структура покинута. Новые опции строительства. Ни хрена себе. Юнит потерян. Как же быстро он разобрал мое здание. Строит. Строит. Ок, нихера себе. В структуре есть войска. Осталось Тренинг. Очень мало пехоты. А, стоп. Сперва два инженера, Первого. Потом побольше пехоты. Установлена новая точка сбора. Строительство. Также не забываем завершено. Добавлять ПВОшки, потому что Юнит враг готов. Еще будет атаковать кировами. И нужно как-то Новые этому противостоять. Строительство. Строит. Нужно что-то с этим делать. Юнит готов. Может быть, вот эти вышки еще заказать? Строит. Для защиты. Все в порядке. Да, сэр. Изучаю схемы. Давайте шустрее стройтесь. Завершено. Юнит готов. Помимо всего прочего, против нас еще будут применять ядерное оружие и железный занавес. Здание. Поэтому нам нужно построить хромо-легионеров для того, чтобы его обесточить. Захвачено технологическое здание. Сейчас мы тогда эту электростанцию поставим и будем развиваться завершено. Дальше в сторону Юнит военного готов. Завода. Строит. Точнее, военной лаборатории. Строит. В структуре есть войска. Так, еще пехота построилась. Закажем Тренинг. Еще больше. Юнит готов. Нужно пехоту клепать и клепать, просто нон-стопом. Юнит готов. Судя по звуку, там дрон бежал. Но пехота успешно с ним справилась. В структуре есть войска. Строительство завершено. Давай, шустрее.
Строительство завершено. Заказываем военную строит. Лабораторию. А сразу заказываем пару харвестеров. Строит. Юнит готов. Денег пока что не хватает, но это только в начале, войска. Потому что в начале, конечно, надо строить очень много зданий. Здесь. Строит. Плюс еще войска нужно строить. Еще пехоту тренинг. Заказываем. Юнит готов. Нам дают еще немножко юнитов. Приказывайте. Опа, Кировы. В структуре есть войска. Атака, атака, атака. Внимание, железный занавес активирован. Еще и железный занавес активировал. Юнит готов. Вот чертяга что творит. Охренеть, как их много. Юнит повышен. Сразу следующего. Не дай бог долетит. Юнит готов. Готов, юнит голубчик. Повышен. На нашу базу совершено нападение. Отъезжаем. Вперед. Юнит повышен. Готов. Ну что, неплохо мы справились. Юнит готов. Но это еще только юнит начало. Юнит потерян. Это еще только начало. Ты строишься, нет? Не хватает просто ресурсов. Юнит готов. Это я чинить не буду. Завершено. Юнит готов. Пусть она так деньги невозможно приносит. Невозможно развернуть здесь. Давай, давай, давай. Немножко осталось. Киров докладывает. Опять Киров. Да что ж такое-то? Сколько у него этих Кировых? Да? Так, чувачок, давай-ка пробегись в эту сторону карты. Там вроде должны быть электростанции. На нашу базу совершено нападение. Где? Я что-то никого не вижу. Строительство завершено. А, чертяга, он с ракетницы долбит. Ах ты, падла! Строит. Надо было сразу сюда, в это здание, посадить побольше пехоты. Он сейчас очень сильно замедлил мое строительство. Отправляем сюда остатки. И минус казармы. Молодец вообще. Строит. Лучше даже не придумаешь. Приказывайте. Лучше не придумаешь. Так, строительство идите завершено. Сюда. Сейчас придется восстанавливать казармы, завод. Новые блин. Опции строительства. Всего лишь какие-то две ракетницы. Строит. А столько проблем. А тут у него танк. Понятно. Время до активации ядерной боеголовки войска. Все меньше и меньше. Давайте, ага, харвестеров тоже я не могу строить. Ну, конечно. Фабрики-то у нас нету. Еще Кировы. Давайте, давайте, ребята. Нужно уничтожать их на подходах, чтобы у них даже помыслов не было до сюда долетать. Повышен. Готов один. Юнит потерян. Новые опции строительства. Строит. Еще готов. На нашу базу совершено нападение. Просто без шансов. Юнит повышен. Просто без шансов. Ну что, здорово, отбились. Ремонтируется. Проблема в другом. Проблема в том, что скоро ядерка активируется. Это меня немножко напрягает. У меня даже хромолегионеров пока что нету. Ну давай, ну быстрее, а. Строительство о, завершено. Наконец-то. Новые опции. Электростанция. Сразу открываем всю карту. Строит. Точнее, здание, которое позволяет открывать всю карту. И заказываем сбора. Побольше хромиков. Тренинг. Вот замедлил у меня строительство своими вот этими ракетницами, которыми сверху приехал. Строительство завершено. И фишка в том, что он сперва вот это строит. Здание уничтожил, а только потом дальше стал продвигаться. То есть он не так прост. Знает, что делает. Строительство завершено. Открываем всю карту.
Юнит готов. Это хроно-легионер. Первый хромик готов. Ну что, давайте посмотрим. А ядерка, значит, у тебя здесь. Вплотную к врагу и стирают его из времени. Так. Вот здесь есть электростанции. Давайте сразу сюда прыгнем. Уже там. Я чувствую, что я не успею. Есть у меня такие подозрения. Строит. Давайте побольше электростанций. Можно, в принципе, построить вот это здание, которое генерирует Юнит поле, готов. Благодаря которому карта закрывается. Но я не думаю, что компьютер настолько, скажем так, дурак. Ему вообще пофигу. Закрываешь ты карту, не закрываешь, он все равно все видит. Строительство завершено. Внимание, ядерная ракета запущена. Сейчас, чувствую, прилетит. Отводим технику. Куда? Куда только? Куда он шмальнул? Сюда сейчас, наверное, да? Ох, ни хрена себе, бахнул. Юнит потерян. Ремонтируется. Ничего страшного, ребята. Это последний запуск, который у него был. Строит. Больше он так не запустит. Уже там. Хотя, с другой стороны, у нас же хромики-то не строятся. Но у нас есть два хромика, так что ими будем действовать. Новые проводить, так скажем, диверсии. Строит. Так, эта электростанция пропала. Указывайте. Еще одна осталась. По крайней мере, технику мы спасли. Кировых вроде больше нету. Технику мы спасли. А, соответственно, база у нас жива. То есть сейчас фактически аккуратненько вот так вот будем перемещаться. Ага, апокалипсис среагировал. Давай, давай, поближе подходи. Дрон пробежал, даже не заметил. Строительство завершено. Новые опции строительства. Так, что нам еще нужно? Строит. Ну-ка. Тут все хорошо. То есть, получается, вот этот запуск был последний у него. Единственный и последний. Больше я ему такого не позволю сделать. Юнит повышен. Главное контролировать, чтобы кировы не подплывали к нам. Строительство завершено. Кого ты, кого ты, кого ты, кого ты? Куда ты? Да, команда. Отлично. Аккуратно прыгаем сюда. Разбираю. Вроде на нас никто не реагирует. Новые опции строительства. Строит. Строит. Без палева, так он вообще на меня не реагирует. Но это хорошо для нас, по идее. Ага. Теперь прыгаем вот сюда. Сейчас мы здесь электростанцию у него поснимаем. Уже там. Юнит потерян. Какой юнит потерян? Строительство. А, он, получается, завершено. Танками будет здесь проезжать. Ну хорошо, ладно. Строительство завершено. Я, в принципе, юнит не потерян. Против. Куда бы ляпнуть? Ну, давайте сюда. Строит. Побольше, наверное, ПВОшек. Новые еще немножко электростанций. А, ну, давайте юнит продолжать потерян. Хромиков строить. Установлена новая точка сбора. Да. Прыгаем вот сюда аккуратно. Юнит потерян. Строительство завершено. Вообще, по идее, ПВОшки-то подставлять не... Ты охренел, что ли? А где мы все ПВОшки? Он, скорее всего, приехал каким-нибудь, не знаю, апокалипсисом и все снес. Давайте закажем их побольше, а то сейчас и секировы прилетят, и я к этому не готов. Это будет очень печально. Юнит повышен. Это будет очень-очень печально. Так, электростанцию сюда ляпнем. Юнит готов. Уже там. Удаляю. Юнит готов. А таймер уже не тикает. Ну это здорово, здорово. Сейчас мы хромиками там всю базу юнит разнесем. Готов. Ну что, давайте свое супероружие строит. Построим. Юнит готов. Оно у нас дается впервые в игре. Юнит повышен. О, хорош. Иду. Давай вот это. Юнит иду. Готов. Ага, среагировал все-таки. Ну-ка, не трожь его. Строительство завершено.
Сейчас я чувствую, хромиками мы там набедокурим. Иду. Прыгаем сюда. Да, удаляю. Блин, он же не исчез еще. Ну ничего страшного, там есть еще второй. Сейчас он его быстро обезоружит. Так ты что, так и будешь приезжать и приезжать постоянно? Недостаточно средств. Ты хоть посмотри, что у тебя базу разносят. Ему, похоже, все равно. То, что он скоро базы лишится. Уже там. О, кстати, ребят, можно же и ядерку забрать таким способом. Правда, там танки есть. Юнит готов. Да. Никогда не было. Юнит повышен. Хорош. Ага, среагировал. Отлично. Но мне это и нужно, в принципе. Пусть подойдет поближе. А ты давай вот это здание. Юнит готов. Давайте еще немножко электростанции построим. Да, команда. Ну что, попробуем ядерку? Никогда не было. Вроде вообще никто не реагирует, но здорово. Киров докладывает. Опять Киров, да что ж такое? Юнит готов. А где, 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 где? Может он там подлетает уже? Юнит повышен. Юнит готов. Вроде не видно. Обычно говорят, Киров докладывает, это когда он, собственно, Кирова построил только. Уже там. Давай-ка вот это здание. Да, командующий. Что-то я не туда, короче, прыгнул, ребят, надо сваливать. Уже там. Там и пехота, Юнит и танки. Готов. Надо как-то вот сюда прыгнуть. Строительство завершено. Где там наши Кировы-то летят? Ага, вот они. Но они как-то странно летят, то есть они не в направлении моей базы. Хотя, с другой стороны, может, чертяга облетает как-то. Уже там. Юнит готов. Надо как-то вот сюда прыгнуть. Да. Плохо то, что там, видите, защитные вышки, плюс еще танки. То есть только я прыгну, он сразу на меня сагрится. Указывайте. Ну попробовать можно, попробовать можно. Или сюда, допустим, прыгнуть. Вот это все вырубить. Опа, Кировы летят. Юнит готов. Атака. Ну я готов, то есть у нас ПВОшек очень много. Юнит готов. Конечно, он до меня долетит, но существенного урона нанести юнит не сможет. Повышен. Юнит он потерян. Еще, видите, падает, очень много урона наносит. Ремонтируется. Готов. На нашу базу совершено отводим. Нападение. Ну что, давайте попробуем дальше тут у него. Иду. Пошурудить на базе. Да, командующий, стой. Ты захватываешь это. Указывайте. Ты захватываешь вот это. Иду. Никогда не было. Вырубаем радар. Вообще без палева тогда. Меня больше всего смущает то, что он вообще никак на это не реагирует. То есть ему вообще, походу, все равно. Давайте хромиков отменим. Прервано. Все-таки я хочу заюзать супероружие. Завершено. Давно этого не делал. Принята передача. Командующий. Я знаю, что не стоит играть силами природы. Но так как этот зверь Романов опять вырвался, у нас нет выбора. Это устройство управления погодой предоставляет широкие возможности по ее изменению. Это игрушка богов, командующий. Используйте ее мудро. Юнит потерян. Структура фишка в том, что я, скорее всего, могу выиграть быстрее, чем заюзаю это супероружие, потому что осталось юнит совсем немножко. В структуре есть войска. Мы тут все уже зачистили. Да. Угу. Уже там. Прыгаем сюда. Уже там. Надо как-то вот снизу подойти к этой вышке. О, отлично, достает. Иду, иду. Они не стоят. Иду. Юнит потерян. Жесть вообще.
Просто на изи, он ваншотает, короче. Юнит повыше. Ну что, давайте атакующую технику построим. Установлена новая точка сбора. Допустим, строит плазменные танки. Хотя, если тут как-то подкрасться к нему поближе. Указывайте. Надо сделать это все в раз. Блин, как это сделать-то лучше? Да. Он ваншотает, чертяга. Ну-ка, если попробовать юнит вот здесь, готов издалека. Сразу реагирует. Юнит потерян. Вообще без вариантов. Ну, короче, надо типа прыгнуть толпой туда, так, чтобы их было много. Тогда что-то из этого выйдет. Ну, давайте юнит построим готов еще побольше их. Тренинг. Так или иначе, денег у нас много. Установлена танки строятся. Новая точка сбора. Может, все-таки и воспользуюсь супероружием, если получится. Да я знаю, знаю, что надо захватить. Да ты охреневший, ты юнит хорош мои готов эти нефтяные вышки сносить. Ремонтируется. Тут еще куча пехоты идет. Да. Юнит готов. Прикрой меня. Он ничего против техники не сделает. Угу. Сейчас они его быстро юнит вынесут. Юнит готов. Юнит потерян. По идее, я вообще могу сейчас вот те танки, которые у нас есть, сейчас забрать, собственно. И наломиться готов на противника. Но я хочу так сделать небольшую диверсию, именно хромиками это все сделать. Я не знаю, может быть, нам вообще скажут уничтожить все здания. Но тогда вообще будет все просто, потому что техники у нас много. То есть тогда просто всех сюда перебросим и уничтожим. А можно было бы, допустим, вообще хроносферу, если бы она у меня была, взять и утопить их. Юнит то есть готов не возиться вообще. Просто херак их в воду и все. Уже там никогда не было. Еще один указывай хромик готов. Да, командующий. Тут самое главное, чтобы их законтролить. Но нужно побольше хромиков. Потому что он успевает сделать один выстрел. Танки строятся, танки строятся. Денег все равно, правда, не хватает. Юнит готов. А танки, в принципе, можно уже, готов, наверное, и отменить. Прервано. Пусть на лучше хромики строятся. Совершено нападение. Юнит готов. Ремонтируется. Атакует и атакует, чертяга. Попробовать, что ли? Уже там. Так, как тут лучше сделать? Указывайте. Указывайте. Иду. Да, команда. Короче, ребят, у нас получается есть две группы. Вот это пусть будет однерка, это двойка. Резко отправляем первую группу на один танк, а вторую группу на другой. Сейчас он пусть эту вышку уничтожит. Юнит готов. Грозовой шторм готов. О, готов. Отлично. Выберите цель. Давайте воспользуемся. Вопрос только куда. Ну, допустим, сюда. Внимание, создан грозовой шторм. Пока я ковырялся с хромиками, грозовой шторм у нас доделался. О, силушка. Бам-бам-бам-бам. Правда, тут не так уж и много техники. Но пусть ему все равно, чтобы жизнь медом не казалась. Юнит потерян. А, отлично. Юнит получилось готов то, что я задумал. Правда, идет один пехотинец. Ничего страшного, сейчас мы одним хромиком его снимем. Вот и все. Я просто какой-то король диверсии, да? Одними хромиками пол базы уничтожил. Да, командующий. Юнит повышен. Хорош, еще вышка. Давай, давай, юнит давай. Готов. Их чем больше, тем быстрее они уничтожают здание. Вот и все. Первичная цель достигнута. Даже не пришлось уничтожать все здания.
Задание выполнено. Где Романов? После месяцев жестоких сражений союзные силы захватили премьера Романова и его кремлевский штаб вчера днем, а также занятную смесь из высоких технологий и старых военных дисциплин. Наибольшая заслуга в успехе союзной кампании принадлежит малоизвестному командующему из... Ну вот кампания за США и завершена. Хочу сказать всем спасибо за внимание, всем, кто лайкал, комментировал, поддерживал. Мы с вами увидимся уже в кампании за Советский Союз, которая будет, ну, спустя какое-то время, скажем так. До встречи в следующих видосах. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Когда вы закончите с этим, у меня есть предложение для вас. Президент пригласил вас, нас, на свой победный банкет в Белом доме этим вечером. Я подумала, что вы заслужили это. Это чествование героев. Ох, и ради бога, примите душ, солдат.